Ну что ж, ребята, всем доброе утро. И сегодня мы начинаем посадку перца. Но до перца пока еще дело не дошло. Покажу вам гиацинты, которые я поставила на выгонку. Вот интересный такой факт. Один гиацинт, все хорошо, как бы он идет по плану, не сильно вытягиваясь, нормально, он как раз к 8 марта успевает. А второй почему-то тормозит. И я заметила, он же в холодильнике стояли они, немножко появилась плесень. Вот. Теперь я хочу, здесь развела фитоспорин. Здесь уже грунт как бы пересох немножко. Сейчас полью фитоспорином. И размолотила я уголь активированный. Обработаю сверху луковицу от плесени. И поставлю опять на окно. Ставлю уже на окно, потому что уже конец, почти середина февраля, к концу подходит. И надо уже к 8 марта уже быстрее торопиться уже. Ну, в общем-то, вот так. Но вот этот, он нормально, по срокам он как раз подходит. Так что активированный уголь, фитоспорин мне в помощь. Посмотрим, что получится с этого. Еще хотела сказать, остатки угля я положу в грунт, которым буду покрывать семена перца. Вот. И еще у меня сегодня по плану уже пора подкармливать петунью. Вот. Так что сегодня фитоспорин и, наверное, монокалифосфат, возможно, либо сульфат кальция. Буду чем-то подкармливать петунью, уже пора.